Не каждый способен проснуться по первому звонку будильника. Более того, есть среди нас люди, которые не могут открыть глаза даже после продолжительного или повторяющегося сигнала. А это, как известно, может привести к серьезным последствиям, ведь иногда 10-15 минут решают все. На помощь вновь приходят мобильные приложения, и на этот раз мы расскажем вам о неординарных будильниках. Snap Me Up Selfie Alarm Clock – приложение, которое не перестанет вас будить до тех пор, пока вы не сделаете селфи. Только распознав вашу улыбку, оно позволит выключить будильник. Таким образом, вы станете обладателем не только оригинального будильника, но и замечательной серии утренних фото. Shake It Alarm превратит ваше утро в прохождение квеста. Чтобы выключить сигнал, вам придется трясти, тереть свой смартфон и даже дуть на него. Разумеется, сон после этого как рукой снимет. Alarm Run – для тех, кто пробуждается с огромным трудом, независимо от громкости звонка будильника. Таким соням разработчики предлагают с вечера написать какой-нибудь компрометирующий факт о себе, а приложение опубликует его Facebook в том случае, если пользователь в заданное время не проснется. Alarm Moon еще более коварный, чем предыдущий. По сути, это сборник мини-игр, которые запускаются в назначенное вами время и надоедают до тех пор, пока вы не пройдете уровень другой. За успешные пробуждения программа награждает вас монетами, с помощью которых вы сможете открывать дополнительные игры и персонажей. Так что создатели приложения утверждают, совсем скоро вы будете с нетерпением ждать очередного утра, чтобы немного поиграть. Ну а самый экстремальный подъем вам обеспечен с Alarm.me. Основной смысл работы приложения заключается в следующем. Вам необходимо перед сном сфотографировать какое-нибудь место в доме, а утром будильник будет звенеть до тех пор, пока вы не снимете это место снова. Как пишут пользователи приложения, оно помогает проснуться даже в тех случаях, когда другие будильники сдаются. Теперь вы знаете о 5 способах проснуться нестандартно. Скачивайте данные приложения, чтобы успеть начать свой день вместе с командой программы «Утро на СТС».